за кого наш президент, за белых или красных? А быть должны вы за народ, запутавшийся в красках, и дать задание мужам, ученым нам ответить, что россиянам принесло 20-е столетие. Сколь умертвили без вины и стерли в пыль в ГУЛАГе у палачей своей страны, какого цвета флаги? И будет ли когда-нибудь и суд, и покаянье тем, кто решал, как надо жить, толкал к расстрельной яме? Пусть скажут правду о войне, откроют все архивы, они же не горят в огне. Не прячьте негативы, снимите 41-го на факты злое вето, чтоб выяснить до верного, какое было лето. Кто сказал, что нам простят потомки в днях грядущих, что не добились правды мы, оставшись средь живущих? Фронтовиков чуть-чуть уже уходят ветераны, хранящие в своей душе осколки ржевской драмы. Уж дети их идут им вслед в небесные ворота, им там отцы расскажут все, что нет на старых фото. Как с болью в сердце победить скорбели и гордились, но жажду мщения утолив, вновь в лагерь возвратились. Как в коммуналках жил народ, герой и победитель, как вознесли мы идолов, забыв, что был спаситель. Без веры не найдешь вовек дороги в Божье царство. Сначала все же человек, а после государство. Чтоб нам понять, как дальше жить, должны мы знать, кем были, что мы гражданскую войну навеки схоронили, что это все, как в страшном сне, опять не повторится, и снова злато партии не сможет испариться. И вот тогда мы все вздохнем свободно, полной грудью, и мы поймем, что люди мы были, есть и будем, что больше черти не несут России злые беды. И пусть тогда гремит салют, наступит день победы, наступит день победы.